Здравствуйте, меня зовут Жанна Ахметова, я журналист. Я хочу сегодня обратиться ко всем нашим силовикам, полицейским, военным, сотрудникам Комитета национальной безопасности. Я хочу обратиться к людям, которые сегодня обеспечивают сохранность этого режима. Я хочу просить вас о помощи. Объединяйтесь с нашим народом. Прошедшие митинги 1 мая показали, что полиция сочувствует народу, что полиция разделяет наши требования, что полицейские родом из народа и что каждому из нас нужны перемены. Мы все видели, что люди выходили со справедливыми требованиями. Мы все видели, сколько боли накипело в глазах у наших людей. Мы видели, на какое отчаяние идут наши женщины, наши бабушки, наши старики, наши дети, подростки. Они готовы сражаться. И единственный, кто сегодня стоит препятствием на этом пути, это вы, силовики. Это вы обеспечиваете сохранность этого режима. Режим, который уничтожает ваших детей, уничтожает будущее ваших потомков. Режим, который сломал жизнь вам, который сломал ваши профессии, который превратил вас в людей, которые охотятся за многодетными матерями, следят за людьми в социальных сетях. Он превратил вас в людей, которые перестали соблюдать и сохранять законность. Он превратил вас в преступников. Он сделал вас своими сообщниками. Он сделал вас преступниками против народа. И я очень прошу вас, объединяйтесь с народом. Мы подошли к той черте, когда есть решающий шанс, когда есть решающий момент изменить нашу страну. 30 лет мы жили в этом рабстве, мы жили в этих обещаниях, мы жили в этой лжи, и это все обеспечивали вы. Вопреки тому, что ваши родственники, вы сами, ваши близкие мучились с этим режимом, не получали достаточного знаний, заботы медицинской, не получали зарплат, не получали достойной жизни, качество жизни ухудшилось в разы, бедствует вся страна. И только вы можете это остановить. Во все времена, в решающий момент, силовики обеспечивали перемены, переходя на сторону народа. Сделайте этот шаг, будьте с нами. Будьте с нами 9 мая, будьте с нами 9 июня, 10 июня. Будьте с нами до конца, до тех пор, пока этот гнилой режим не упадет, пока он не перестанет существовать. Мы мирные люди, и у нас самые мирные требования. И мы просим вас присоединиться к нам, к нашим мирным требованиям.